что это? Стоп, 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 стоп. Блять. Зараза так. И что это было? И что это, зараза, опять было? Так, первая попытка, как вы уже могли заметить, была не совсем удачной. Кроме как напугать котов, которые сидели на заваленке и грелись на мартовском солнце, ну, результата больше положительного никакого не было. Можно было разбить квадрокоптер в первой же попытке. Но, слава богу, мне повезло. Этого не произошло. Вторая попытка была более удачной. Вот. Но, тем не менее, учитывая результаты первой попытки, я старался не поднимать во второй попытке дрон слишком высоко. Я его поднимал постепенно, наблюдал за его реакцией. Так как спутники появлялись не очень активно, и раньше 12 спутников появлялось, 12-13 появлялось моментально, то в этот раз 9-10 очень с трудом в обычном режиме. Во время полета было 17-21 спутник, а в этот раз количество спутников не превышало 13. Это все настораживало. И, естественно, заставляло быть осторожным. Но в целом дрон управлялся неплохо. Те тесты, которые я успел провести, маневрирование, управление, оно оставило положительное впечатление. Хорошее. В общем, скажем, не отличное, но хорошее. Необходимо было его еще испытывать. Да, были моменты, когда появлялось около 17 спутников. Это обнадеживало, вселяло уверенность. Но все равно что-то мне подсказывало, что здесь не все нормально. Так как очень быстро количество спутников менялось от 10 до 17, от 17 до 9. Функции все остальные дрона были вполне адекватные. Реакция на жесты, фотографии, видео, все это производилось по первому требованию, можно сказать. Не справлялся процессор телефона, скорее всего, из-за того, что разрешение записи с экрана было слишком большое. Необходимо в перспективе будет уменьшить это разрешение и качество съемки уменьшить. Тогда будет возможно одновременная запись и экрана, и с камеры на жесткий диск телефона. Так что думаю, что в следующих попытках я этот вопрос решу. Ну, вторая попытка была в целом удачной. Следующие попытки найти спутники в этот день, к сожалению,
не привели к положительному результату. Спутники не появились, и я решил не рисковать и не производить дальнейшего тестирования. Отложил это для следующего дня. На второй день тестирования я решил поменять площадку взлета. Ну и во второй день я решил поменять программу. Решил использовать программу первоначальную, которая использовалась для SG-906. Она отличалась только тем, что там не было регулируемого зума. А так все в принципе то же самое. Ну и первый запуск, он меня немножко огорчил, так как резкость изображения, передаваемого камерой на телефон, была, ну, я не знаю, крайне отвратительная. Но вы это сами можете видеть. Такого размазанного изображения, в принципе, даже ни разу и не видел. С чем это связано? Или это связано с настройкой этой программы, или это было связано с вибрацией и плохим изображением, передаваемым объективом камеры. То есть, ну, может быть две проблемы, что во время падения и удара камера самого дрона все-таки потерпела определенные изменения и могла матрица отойти. Мог объектив немножко сдвинуться. Но это надо будет еще выяснить. То есть изображение было ужасно. В то же время и качество сигнала, ну и качество сигнала, и уровень сигнала тоже не были на высоте. На 121 метре сигнал пропал практически, видеосигнал. Хотя сигнал по пульту, он хороший. Ну и меня ожидало еще одно разочарование. Это разочарование камеры SQ23, которая у меня была на квадрокоптере, внешняя камера, и дублировала запись с экрана. Оказалось, что при падении с высоты 120 метров, когда она ударилась, когда дрон ударился об асфальт и камера оторвалась, она зацепилась с самой верхней точкой объектива, самой выпуклой
по-видимому, за асфальт, об асфальт, и получила ссадину. При внешнем осмотре, при восстановлении, я этого не заметил, потому что слишком микроскопическая была царапина. А вот при просмотре видео, и вы это сейчас можете наблюдать на экране, эта царапина дала себе знать. То есть четкого изображения в центре экрана нет. По бокам есть, а в центре нет. Это из-за того, что имеется ссадина на объективе. Теперь надо или менять камеру, или менять объектив. Ну, я не знаю, даже есть ли смысл в этом. Потому что качество видео не есть хорошее, будем так говорить. Резкость довольно-таки приличная. А вот плывущее изображение из-за винтов смазывает впечатление от всего. Ну и в конце концов, во время третьей попытки дрон потерял управление перед самой землей и еще раз рухнул на асфальт. Так закончился второй день испытаний. Третий день тестирования мы провели уже за городом. Выезд на дачу позволил мне сделать две попытки. И обе эти попытки были не совсем удачные. Ну, можно по-разному, конечно, это трактовать. Удачными, неудачными. То, что дрон, во всяком случае, я сохранил, это уже большая удача. А мог я его и не найти. Вся проблема была в том, что спутники, а точнее модуль GPS, также пострадал во время падения со 120-метровой высоты. Так как дрон приземлился именно, ну, грубо говоря, на задницу, на тыльную часть своего корпуса, как раз на ту часть, где находился GPS-модуль, то есть GPS-приемник, а он совмещен с антенной, крепится жестко с GPS-антенной. И вот от этого удара GPS-антенна, антенна этого модуля, она сместилась. Когда я переносил содержимое в новый корпус, я этого не заметил. Было смещение не очень большое, и скорее всего, что когда я вынимал GPS-приемник, я как-то вернул антенну на место, не заметил больших там повреждений. Вот. Но GPS-модуль работал неуверенно. Об этом свидетельствовал первая попытка, когда он не стабилизировался при взлете и влетел в стену дома. Я как-то этому не придал значения. Во второй попытке спутники довольно-таки были уверенно пойманы, и сохранялась стабильная работа GPS-модуля, вот, и стабилизация квадрокоптера пространстве. А в следующей попытке они не позволили его запустить, так как GPS-модуль не увидел больше ни одного спутника. Во второй день спутники были найдены, но они также пару раз пропадали. Но во всяком случае это не было критично. В третий день спутники, и в четвертой попытке, и в пятой попытке, особенно в пятой попытке, они постоянно пропадали. И это привело к дезориентации самого дрона в пространстве. И в конце концов, если в четвертой попытке его удалось вернуть с помощью функции «возврат домой»,
на место взлета, то в пятой попытке квадрокоптер был полностью дезориентирован, так как координаты и количество спутников менялось неоднократно, и записи в памяти приемника постоянно обновлялись. В конце концов он улетел у меня. Я потерял картинку, я потерял его из вида. Знал только, заметил направление, в котором его понесло ветерком, который на высоте где-то порядка 90 с лишним метров, около 100 метров, был гораздо сильнее, чем на поверхности Земли. Его унесло на 500 с лишним метров, но все-таки при потере сигнала он осуществил мягкую посадку. У меня на пульте отразились данные не на экране смартфона, а на пульте отразились данные 535 метров и 11 метров высоты. Вот в этой точке пропала вся информация о дроне. Я пошел в этом направлении, и на 530 метрах от места взлета я увидел малыша. По приезду домой я разобрал дрон и увидел, что антенна, GPS-антенна на GPS-приемнике смещена порядка на 45 градусов. Я, конечно, верну в исходное положение эту антенну, но уже поиска спутников уверенного нет. Они то есть, то нет, то есть, то нет, то пропадают, то появляются. Пришел к выводу, что необходимо заказать новый GPS-приемник. Эти GPS-приемники, они одинаковые, что в 906-х моделях, что в 907-х. Поэтому не составило труда найти на Алиэкспрессе этот GPS-приемник, GPS-модуль и заказать. Вот теперь жду, когда он придет. Будем менять, будем устанавливать и будем повторять тесты. Ну, пока на этом все.